Я жду рейс, на котором прилетает моя жена и дочь. AX-112? Да, все верно. Пожалуйста, пройдите со мной. Роман Мельник. Я должна сообщить вам неприятную новость. Привет, Джейк. Присядь. Давай восстановим события шаг за шагом, хорошо? Ты прибыл в диспетчерскую в 22:05. Чёртов телефон. Ты снял наушники и не слышал о том, что рейс AX-112 запрашивал снижение. Мы получили запрос от бортовой системы DGS на снижение. Самолет, в котором находились ваша жена и дочь. Столкнулся с другим самолетом на большой высоте. AX-112, вы скорректировали курс? Основано на реальном событии. Я хочу, чтобы они принесли извинения за убийство моей семьи. Чтобы гарантировать вашу безопасность, это в ваших интересах. Вы должны быть готовы к переменам. Другой дом, другое имя. Другая жизнь. Я журналист. Я хотела бы задать вам несколько вопросов. Вы здесь, чтобы помочь в поиске? Да. Вы родственник или друг кого-то из погибших? Нет. Когда человек теряет все. Я думаю, так будет лучше для Сэмми или для нас. И я очень надеюсь, что лучше для тебя. Я нашла его. Он способен на что угодно. Он выставил свой дом на продажу и переехал в другой штат. Какой у него адрес? Я хочу посмотреть ему в глаза и показать ему фотографию моей семьи. Смотрите на это! Никто не извинился. Никто. Я ведь неплохой человек, правда? Я только хочу, чтобы эта боль осталась. Арнольд Шварценеггер. Последствия с 6 апреля в кинотеатрах.